Так, следующее нам пишет Наташа. Она нам пишет по поводу жиросжигателя Lipo 6. Чё нам она тут пишет? Ага, она нам тут даже свое мнение высказывает, да? Сейчас мы посмотрим, что. Так, не принимайте эти препараты. Очень сильное воздействие на нервную систему. Я пропила 2 дня, чувствую себя как овощ уже неделю. Тренировки не интересуют. Не интересует работа, семья. Эти препараты американского происхождения. Они специально уничтожают нас, в том числе и через спортпит. Думаю, надо уже обращаться к врачам, если хотите существовать, а не жить. Что это за фигня вообще? Какая-то идиотка, наверное, смотрела с телевизора пропаганды. Я не знаю, что у нее там каша какая-то в голове. В общем, ну, я думаю, сами все понимаете.